Так, включайте свет, и там шторки опустите. Здесь свет включите, а там опустите шторки. Так, это я своим говорю тут. Вы скрыты, один нос только видать у вас. Поднимите голову. Вот так. Извините за беспокойство. О, добрый день. Позвонили в дверь и пришли знакомые свидетели Иеговы. Но у вас что-то свет же падает. Подождите, какой-то свет прямо пятном. Откуда свет-то на вас? Вот так, назад. И больше ближе не приближайтесь, чтобы свет не падал на вас. Вот так, говорите. Какой-то свет падает прямо, лицо искажает. Ладно. Вот так вот, как сейчас сидели, так сидите. Ну? Вот подошла Галина, можно? А вы почему? Ну-ну-ну. У нас спор вот зашел, значит, обмен мнениями, значит, что Антихрист уже пришел. Так, подожди, подожди это. Михаил, ты не наклоняйся сюда, вот так. Да-да-да. Назад, отклони голову, назад-то, ко мне сюда не надо. Так, давай, человек, это с кем разговаривать буду? Направляй на него. Поближе. Вот какой-то у вас свет падает. Посмотри на лицо. Вам разве не видно, что лицо что-то ненормально освещено? Какой-то луч света, который лицо ничего не видно. Ну закрой или что там? Ну неужели это не видно? Садитесь на это место на него, на его сядьте. Здравствуйте. Добрый день. Поднимитесь, вас не видно, вы опущены, у вас рамка-то есть. Одни очки, головы-то нет. Поднимите голову выше как-то. Или наклоните эту глазок. Что-то так не пойму, как будто бы ничего им не видно. Ну и все, кончилось. Вот, теперь лучше будет. Добрый вечер. Что-то теперь плохо слышно. Подождите. У него что-то совсем с аппаратурой-то неладно. То не слышно, то не видно. Понятно. Связь плохая. Но мы вас хорошо слышим. Ну, я не знаю, почему плохая связь-то? Такая хорошая. Только разговаривали недавно. Дальше вас люди живут. Так, говорите так, погромче. Ни одного слова не слышно. Мы говорим о том, что сейчас... Ну ладно, мы в другой раз. Мы в другой раз тогда. Просто у нас... Вот сейчас получше слышно. Раз, когда связь сейчас будет, получше слышно, получше. Давайте, говорите. Мы еще поговорим. Ну, мы говорим о том, что сейчас влияет на людей противник Бога, сатана. И он вводит людей в заблуждение. Вот поэтому происходят такие войны, беззакония, что люди иногда сами не понимают, что творят. Это влияет на них сатана. Но он знает, что скоро он будет уничтожен Богом. Ну, через Иисуса Христа. Что и он с особенной яростью влияет сейчас на людей. И старается всех людей отвести от Бога. Это его цель. Даже те, кто знает истину, чтобы, как вот там говорится, отвести избранных. Обмануть. Это как вот Иуда. Он был один из 12 апостолов, а получилось, что не устоял в истине. Точно так же, как сатана. Он же был, наоборот, раньше сыном Бога, и про него Иисус говорит, что он отец лжи. Понятно. Что он не устоял в истине, человек-убийца, и поэтому он хитро обманывает вселенную. Но сегодняшняя тема, которую мы затронули с Михаилом, это вот то, что в молитве люди говорят, пусть придет твое царство. И мы поговорили с Михаилом, что царство – это Божье правительство небесное. И показали ему тоже стих Даниила 2:44, где говорится, что скоро на пороге это царство заменит наши ныне существующие правительства, все. А само будет стоять вечно. Там так и говорится, что сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Значит, мы выяснили, что Иисус был доверенным сыном Бога, и он вот в Луки в 1 главе с 30 стиха из разговора ангела с Марией, там говорится, что родится сын Божий у тебя,
ему будет дан престол Давида, и он будет царствовать вечно. Вот мы пришли к выводу, что правительство – это царство во главе с царем, с Иисусом, и скоро будет одно правительство, которое будет править с неба. У вас вопрос в чем? Я не пойму. Вы сейчас, минутку, обождите маленько. По порядку, подождите. Вы вопрос задаете или преподаете свое учение? Это смысл-то в чем? Я не пойму, вы попеременно говорите том, что... и ничего не спрашиваете. Так мы просидим 2 часа и ничего не узнаем. Я не пойму, кто мужчина, кто женщина-то из вас? Вы мужчина в очках, который, нет? Нет, я женщина. А тоже женщина. Ну, потому что стрижена, не поймешь. Это вот правительство. Таких слов в Библии даже нету-то. Это так называемые свидетели Иеговы. Они придумали это все. Нет. Это современное царство. Ну, можно сказать царство. Так и говорит. Слово правительство и сбрось. Его нет в Библии. Его нет такого слова. Нам зачем пользоваться терминологией мира этого? Так. Ну и в чем? Вопрос в чем? О чем идет речь? Так, вопрос в чем, пожалуйста. Так, смотрите. Вас набрал Михаил, потому что он больше вам верит, чем нам. И он решил, не знаю почему, соединить нас с вами. Вот. Но наша поговорим, цель давайте поговорим. Показать людям... У вас вопросы какие-то есть? Вы знаете, мы располагаем немногим временем. Юль, можно? Да. Знаете, вот один из вопросов, раз мы пришли о царстве поговорить, когда люди молятся, да приидет царствие твое. Когда оно придет? Когда? Сегодня приходит в сердце человека. Царство Божие не пища и питье, но радость, мир и праведность в Духе Святом. Это не пища и питье. Но смотрите. А Царство Божие внутрь вас, апостол Павел говорит. Это первая часть. А он говорил, кому это? Фарисеям. Это слова Иисуса? Второе? Это вы, наверное, Луки, 17 главу. Я вопрос-то не ответил еще. Луки, 17 главу. Я не ответил вопрос-то. Это первая часть. Второе, в полноте царство придет, когда Христос явится на облаках, грядя силой, славой великою. Явится в царстве своем, как в втором послании к Тимофею он говорит. В явлении его и царстве его. Для чего? Чтобы... Его, когда явится со смертью... Опять, для чего? Чтобы отделить овец? Да, для чего? Для того, чтобы отделить овец от козлов. Вот там, говорит, налево и направо скажет одним, 25 глава Евангелия от Матфея. Стоящим с правой стороны скажет то-то. Когда? Ну, когда явится, написано, 25 глава, тогда он и скажет. Ну, это понятно. Вопрос, когда это будет? Ну а когда, никто не знает. Он говорит, даже сын не знает, а только отец положил в своей власти. Это Евангелие от Марка говорится об этом. Он не сказал им имени, но оставил признак. 24 глава Матфея, там он из общения учеников говорит. Они спрашивают, что будет признаком твоего присутствия и кончины века? Не присутствие, а пришествие. Он начинает описывать события. Подождите, пришествие. Вы слова вставляете, не евангельские слова. Это не надо так. Одно слово не так, и слово меняет смысл другой. Смысл не изменился. Слушайте дальше. Он оставляет им признак, который входит в несколько составляющих. Там вы, наверное, знаете. Народ на народ, царство на царство, голод, лжепророки появятся. И 14 стих в Матфея 24:14 говорится, что благая весть о царстве будет проповедана по всей обитаемой земле для свидетельства всем народам. Получается, мы с вами сейчас живем в последние дни завершения системы вещей. Именно минутку, скоро будет... Сейчас остановитесь маленько. Вы слово «система вещей» проглотили от иеговистов. Его не употребляйте. Нет этих вещей. Соединение двух слов – это антихристовые слова, говорите. Их нету в Евангелии. Зачем вы берете эти слова? Нет этих слов там. Вы... Будет по-вашему кончина. Нет, но этих слов нету. Зачем вы их теперь? Вы не по Библии говорите-то. Ну, вы... давайте, я уже сказала другое слово. Но... Я уже из... Вы вопрос выразили. Кончины век. Как в выразили, вашем... вопрос выразили. Вот мы в воскресенье благовествовали. И там стояла одна свидетельница Иеговы. Это у нас ролик даже стоит. А у них литература какая-то. Видишь, как он не дает слушать.
Вы спокойно, послушайте минуту одну. Извините, пожалуйста. То есть вы не можете ни слушать, ни взять. Поэтому вы оккупированы этим духом-то. Вот мы у вас берем, у меня целая пачка башни. Это, мы раздаем, свои считают люди. Мы их не боимся. И они бесплатно сдают литературу, мы берем. Мы им даем один листик, они ни под каким видом не берут. Вас так научили. А вы сами задумайтесь, почему? Вот у меня баптистские журналы, адвентистские. Мы не боимся, мы считаем, сравниваем, потому что дана свобода. А свидетели Иеговы, у них нет свободы. Они рабы системы вещей. Вот этого правительства. И говоришь, антихрист, это папство, написано «человек греха». В единственном числе. Это один человек, это не система вещей. Сейчас не... Можно один вопрос? Вы поближе маленько, чтобы лучше слышно было. Слов, которые Иисус... Не слышно, поближе немножко, пожалуйста. Каково значение слов? Что пропадает-то? Голос-то. Голос пропадает. Потихоньку говорите. Слова Иисуса Христа. Так. В молитве он научил своих учеников: «Да светится имя Твое», поставил на первое место. Да. Как вы понимаете слова этих слов? Эти слова означают следующее, что как мы даже... Я отвечать начинаю. Это означает, что человек, чтобы светилось имя Божие, должен родиться свыше. Это первое. От неверующего не светится имя. Оно сквернится. И далее, в Духе Святом человек живет, исполняя его святые заповеди. И все видят его, как город на вершине горы, и прославят Отца Небесного в день посещения. Оно светится, имя его свято делается. Какое имя у Отца? Я вам ответил. Какое имя у Отца, раз у Сына есть имя? Имя, какое? Имя его, которое он раз открылся... Раз у Сына есть имя. Я повторяю вам. Имя его, которое он открылся Моисею, Аврааму и Иегова, Яхве, Ягве. Ягве. Бог. А, Иегова, вы признаете, да? А что признавать-то? Это написано 8 раз в Библии. Вот, и там смотрите. Чтобы имя его светилось нашими делами. Имя. И там... Он всюду присутствует, сущий, всегда и везде с нами, со всем миром. А люди его не видят, хотя небеса проповедуют славу Божию, о делах рук увещает твердь. Это его имя. Но оно заменено... Спасибо, что вы поделились своим именем. Имя его заменили переводчики на слово... Спасибо вам, что... Адонаи, Господь. А в оригинале слово Иегова в Библии встречается более 7000 раз. Ну, он читает нашу публикацию. Это да. Только еще признаю, знать-то знают, признавали бы еще. Так, теперь смотрите. Ну, спасибо вам за ваше мнение. Но извините, у нас просто время ограничено. Так у вас время не ограничено. У вас это время-то вам Бог дал. Почему вы уходите-то? Вы можете услышать то, что никогда не слышали. Потому что это договоренность. Меня сегодня ждут. Вы посидите еще. Немного, посидите еще. Немного хотя бы. Я спрошу вас, смотрите. Вы говорите «система вещей». Я вижу, вы... Я хозяин. Минуту, подождите. Вот вы на одно только... Я уверен. Вы извините за вас. Не может слышать. Не уходите, подождите. Михаил. Михаил. До свидания. Может быть, еще получится побеседовать. Подождите. А сейчас мы спешим. Простите, пожалуйста. До свидания. Как мы будем спешить? Так, Михаил, это видишь, как они спешат? Это они всегда так. Когда они чувствуют присутствие Бога, сатана гонит людей. Это плохо делают. Они даже этого не понимают. Я хотел сказать, женщина считает, что она вышла из мира. Стриженная. Крашеная, в сережках, даже голова ничем не отличается внешне от мирских. Вот тебе система вещей. Она, эта система вещей, переполнена голова, снаружи даже, не говоря внутри. Разве может так? Понимаешь как? Они ничего не могут слушать. Они заходят для того, чтобы только отраву эту дать. У них ни одного пункта нет, ну, допустим, мы скажем 950 пунктов. Ни одного нет, чтобы правильно понимали, ни одного. Это не христианская секта, она просто от сатаны полностью. От начала до конца. Имя. Ну, узнали имя, я назвал. Им это нужно было, они узнали. Но видите, как кто-то хватает их и выбрасывает. Ты даже дом не оскверняй. Не принимай никогда. Этого делать нельзя. Значит, они позвонили в дверь. Ну, позвонили? Позвонили в дверь. И я вызвал тяжелую артиллерию. Ты дверь когда открыл? Я вызвал тяжелую артиллерию у вас.
Ну, ладно, один раз. Больше никогда комнату ты сейчас освети святой водой, покропи. Покропи ее святой водой. Да? Потому что они облеплены легионом демонов приходят. Они веру православную попрали, они все православные были. Они ненавидят ее, они хулят святые иконы. Они даже, бывают секты, вот, ну, которые пришли позже, как баптисты. Это не секта. Это не, никакого отношения к христианству не имеет. Они Библию полностью заменили. Видишь, она вставляет слова в библейский текст. Система вещей, правительство небесное, это у них полностью вот этот круговорот, на котором они бегают. Система вещей. И вот я ей сказал, не говори, этих слов нету в Библии. Она не может не говорить. Потому что сатана во рту ее с одной щеки на другую перегоняет эти слова. Я их знаю очень хорошо. Я с ними сидел даже в лагере. И в дом никогда не пускай. Ответь им, скажи, делать нечего. Скажи, есть церковь Христова, идите к батюшкам. Идите. Не надо этого. У тебя ребенок есть. Ты сейчас водой покропи святой. Все покропи молитвой. Может быть, даже позови священника осветить дом. Они приходят, облепленные легионом демонов. Ребенок у тебя умный, все, он может свихнуться. Это демоны, демоны. Они ничего не понимают. Они не могут ни молиться, ничего не знают. У них одно только, день и ночь долго. Ни у кого ничего не берите. Почему? Любое маленькое, что они возьмут, даже один листик, это прорыв через легион демонов к их мозгам. Они не допускают. Видишь, как она сразу... И у тебя даже аппаратура не могла работать. Какой-то свет. Сейчас ты сидишь совершенно нормально, у тебя лицо нормальное, и ничего нет. Ты это все учитывай. Почему так они? Она могла так многое узнать. Ей надо было сказать имя. А так вы имя знаете? Знаю. Но теперь дальше вопрос. Антихрист пришел. Как пришел? А папство. Папа один, папа второй. Там написано «человек греха, сын погибли». Сын и сыновья. Это разница есть большая. А это сыновья. Папа один за другим. Сыновья надо написать было. Тут не надо ничего толковать. Один и много. Ну один и много. Это же разница. Один глаз и много глаз смотрят. Один нос, много носов. Один сын греха, человек погибели. Человек греха, сын погибели. Хоть так поверни, хоть все равно один. По порядку. Теперь скажи, когда они произошли? Они страшно не любят эти слова. Возникновение. Как они начали с объяснения, когда Христос придет? Они полностью, абсолютно все проиграли. Они же построили дом специально Авраама и Исаака, когда он придет, где жить. А потом этот дом продали и все. Сатана такую над ними насмешку творит. И они не придут никогда, если ты будешь говорить здесь. Как-то наши встретились, знакомые, не где-то, а в Воронеже или на Востоке. Они почему-то про меня откуда-то знают, эти эгоисты. И когда узнают, что тот человек со мной знаком, они просто бегут от него, не разговаривайте, он с Лапкиным знакомый. А я ничего не говорю, кроме написанного. Мы вооружены. У нас святые отцы... Благословение священства, архиереев, патриарха. У них ничего нету этого. Нету, они сироты. Их гоняет ветер по земле. Злой дух, лживое учение. Я тебе вот сказал, ты это так все и сделай. У тебя вода-то есть святая дома? Я сейчас сделаю. Вот, хорошо, покропи вокруг. Где они за ручку убрались, где они были. Эти места покропи. И расскажи батюшке, прям завтра же в церкви. Ребенка перекрести и покропи его, потому что... Завтра к вам выезжаем. Давай, что? Вы выезжаете когда? Завтра? Мы завтра выезжаем. А во сколько? Да, по 8 вечера в поезд садимся. Ну, а днем-то вы можете в храм сходить. Вон, Тимоша руку поднял. Тимоша руку поднял. Руку поднял, Тимофей, смотри. Мы просто забыли... Ну, подними голову повыше, Тимоша. Забыли. Повыше, Тимоша, голову подними, ты ушел далеко. Повыше, еще. Повыше, вот так, вот так, вот. А что у тебя губы так накрашены-то? Что-то ел или что? Да, это просто... Что он говорит? Аллергия. Это аллергия? Аллергия. А в чем она выражается? Да. Аллергия, интересно. Витамин С. Ничего. Вот у нас... А? Витамин С. Витамин С. Ты будешь зелень есть, зеленая. У тебя это все пройти должно. Босиком будешь ходить, купаться и плавать. Никакой аллергии нету. Это дурная жизнь в городе.
Город, отравленный газами, асфальтом. Тебе жить да жить только начинаешь. Я вижу, ты толковый мальчик, то мы с тобой друзья будем. Это он хотел сказать, перебили его. Что он хотел сказать? Ну давай, говори. Ну так просто мы забыли, в каких двух местах написано про свидетелей Иеговы. Почему не сказали про них? Восемь мест. Восемь мест написано, а в остальных да. Слово Иегова перевели Господь. В оригинале, то есть где написано по-еврейски, слово Иегова больше 7000 раз встречается в Библии. А православные спрятали. Православные это не правы. Но они узнали имя, но у нас в Библии написано еще из этого отделяться от церкви. Понимаешь, секта это узы взгляда на истину. Они узнали о субботе. Суббота. Субботники. Узнали имя Иегова. Иегова. Они, а православие это все. Мы знаем, что есть суббота и Иегова. И мы православные. А они не в церкви. Они вот баптисты узнали. Крестить надо. Баптизм. Крестить, баптизм. Они дальше не могут пойти. Пятидесятники узнали, Дух Святой сошел на апостолов, заговорили. Теперь они это гласолалия называется. Они везде теперь только рисуют. Каждый вырвал одно слово, и теперь все уже образовался дом. Он замазанный этим. Православие – это всеохватность. Мы иеговисты, мы знаем имя. Мы баптисты, батюшка крестит. Он баптист у нас, батюшка-то. Креститель, он крестит. Все. Вот он сидит, батюшка. Вам его не видно? Вот он. Отец Иоаким, садись рядышком, подтянись поближе. Вот он. Благослови их, Тимофея. О, чтобы нечистая сила не заходила к вам. Чтобы доехали. Едут они. Их встречать будет там. Откуда едут? С Москвы. Вы прямо в Москве живете? Ступино? Нет, мы 100 километров от Москвы. Ступино. Московская область. Вас будет встречать не Виктор, он здесь с машиной приехал. Вас будет встречать Андрей Устинов с бородой. Ну и вы увидите, он на станцию подъедет, и там вы увидите. Там всего один человек может будет. Билет до куда взяли? До какой? До Корчиной. Билет на какой поезд взяли? До Корчина. Поезд какой номер? 96-й поезд. 96-й. Он утром приходит. 96-й поезд. В 5.58 10 числа. 5.58 это по-нашему? 5.58, да. Это по-нашему? Да, по-нашему. Ну, 6 утра, да? По-вашему, местному. Да, 6 утра, да. 6 утра. Ну, вот там вас встретят, передали им. А Виктор приехал, он здесь. Запустил ты их. Я на этом поезде обратно. В 12 часов ночи обратно. В этот же день? В этот же день, ну, получается, там 19 часов. Ага. Вы уже обратно билет взяли? Да. Взяли, ага. Тебя не видно. Понятно. Да не надо, ну что, зачем? Вот так. Ну еще, ты хотел что-то спросить? Ну, просто мы там, когда завели на форуме свидетелей Иеговы, там нашли страничку, там было приведено два места, а мы забыли. Там 8.13, что ли, еще какой-то. Нет, слово Иегова 8 раз встречается, 8. 8. Посиди. Вот. Больше не говори. Смотри. А по поводу книг-то вы определились как? Так, подожди-ка, мы сначала с Тимофеем договорились. По поводу книг. Вот смотри, Тимофей, слушай внимательно. Первое место у Бытие... 22.14. Нарек Авраам место тому Иегова Ире. Исход 3.14. Сказал Моисею, я сущий Иегова. 15.3. Господь муж брани, Иегова имя ему. Устроил Моисей жертвенник 17.15. И нарек им имя Иегова Несси. Дальше имя Иеговы перед тобою. Исход 33. Исход 34.5. Имя Иеговы провозгласит. И дальше еще только у судей Иегова Шалом, Иоси 12.5, сущий Иегова. А 6 раз в книге, 5 раз исход и 1 раз бытие. Итого 8 раз. Так что нам они никакой новинки не открыли. И да что они могут открыть? Православные все имеют это. Так что им этого достаточно. Они побежали, у них сразу время нет.
Сатана как делает? Время нет, время нет. Между прочим, попы все делают так. Когда бы ни заговорил, время нет, время нет. Они одинаковые. Время Бог дал нам для того, чтобы жить, познать истину и служить в истине. А не для того, чтобы от истины убегать. Один священник говорит, у меня время нет, требую. Я говорю, а зачем они это требуют-то? Они не требуются. У тебя время много высвободится. Литургия каждый день, она не нужна. Ты один раз в неделю сослужи, и ты свободен. Ты будешь на благовестии. Вы зарядили-то осла-то, запрягли совсем не тем. На него ящики с пустыми бутылками справляете. Кто на службе был? Одна бабушка. А ты один причащаешься, бутылки нету. Сколько я там выпил за неделю-то? Ты слушаешь литургию-то ради бутылки, я говорю. Все понятно. Спаси Христос, Игнат Тихонович. Ну а что? С книгами определились, да? Команду набрали. Команда не набрана. Она будет дальше еще утрясаться. Первый – это Марьясов. Главное. Второй – шофер нам. Это надо мне уговорить Виктора, чтобы один был тот, кто ездил с нами. А так как Николай Крущина не едет, остаемся мы двое. Вот из нас двоих, я и Виктор, только двое остались. Николай навсегда отошел. Он свое выработал, у него спина, он не может. Так. И теперь двое. Мне говорят все не ездить, что я уже не вернусь из поездки. У меня со спиной непорядок, у меня же операция на позвоночнике. Я утром кое-как поднимаюсь. Но если никого не будет, я поеду. Но Виктор должен поехать. Еще есть один, кто с нами много ездил, это Сергей Пупков. У него тоже там непонятно. Если Сергей-то поедет... Так а если вы уедете, какой смысл тогда Тимофея в лагерь мне везти? Так разве лагерь-то это не я? В лагере там воспитатели, там работники, там охрана и все, что есть. В лагере без меня все было. Эти 3 года я в лагере-то не был. Без меня все было. Пожалуйста, не уезжайте никуда. Ну, тогда не уезжайте. Выходит так. Мне сейчас надо дальше разговаривать. Если Виктор с Сергеем поедут, вопрос решенный. Потому что им никому не... Мы говорили об этом тогда. Это нельзя распределить. Никого нету. К нему никто не обращается, ни к тому, ни к другому. Вот у меня сегодня двое попросили книги, двое выслать. Выслать, конечно, за цену, за соответствующую. Из Белоруссии, там еще откуда-то, из-под Москвы, что ли. Ну, я говорю, успею или нет еще выслать. Так из Москвы могут у меня забрать, у меня же несколько комплектов лежат. Ну вот, распространили несколько комплектов. Ну, я это не знаю, пусть где-то лежат так, чтобы крепко. Так, так. А вон у Тимофея, я гляжу, на голове... Извините, я... У Тимофея на голове пятнышко белое на волосах. Он еще ударился где-то? Посмотри. Да-да, это ударился, он в поезде. Года 3, это шрам. Да, я вижу. Это шрам, года 3 назад перепрыгивал с полки на полки и ударился лбом о верхнюю полку. О. В поезде. Понятно. Мы на море ездили. А в верхнюю крови много вышло. Память. А сколько ему лет? Сколько ему лет-то, спрашивает батюшка? 8. О, да ты большой уже совсем. Сколько ты? Второй класс закончил, наверное, да? Или первый? Да нет, в первый пойду. Как? Только пойдешь в первый закончишь. В первый закончу. А, ну вот, я говорю, первый. Да нет, первый я уже закончу. Я им говорю, его оставить здесь-то, у нас у староста-то. У нас второй класс есть, будет второй класс. Второй класс. Тут всего учеников-то может быть 1 или 2 во втором классе это будет. Во втором? Да. У нас 1 во второй, если... У нас 1 во второй только идет. Ну все. Вот. Так что ты подумай, Михаил. Это вопрос очень серьезный. Ты никогда один дать того не сможешь здесь. Здесь школа, он не развращаться будет в школе, то научаться. Тут у нас в этом году 2 ученика, выпуск, 9 класс. Ну, а сдают они экзамены со всех школ, собирают с округа здесь, там, и не у нас сдают. Ну, и вот изо всех школ наших только 2 на отлично сдали, на 5. Остальные там на 4 и прочее. То есть у нас, видите, 3 учителя, 7 учеников было. Уделяется внимание это больше.
наказываем. Так что ты можешь давай отпрашивайся, у нас на зиму останешься, тебе хорошо будет. А в этом году уже 5 учеников остается, 2-то уходит в 10-11. Нам нужно набрать учеников. Я не против на зиму остаться. Вот. Пожалуйста. Так что, Михаил, давай. Ты свободен будешь, работать будешь. Ничего ты как это, грудного ребенка держать. А парень-то самостоятельный, его видно. Недели там две пройдет, он в лагере акклиматизируется и все. Можно по телефону иногда несколько слов сказать. Телефон у меня есть, на меня позвонишь, я ему к уху подставлю, в руку-то не даю. Переговорили минуты две, до свидания. Все. Он привыкнет, тут будет бегать босиком, прожарится. Ну, через 3 дня, даст Бог, увидимся. Ну ладно, хорошо. Что он говорит? Через 3 дня увидимся. Через 3 дня. Ну все, тогда давай. Отключайся тогда. Не пускай домой никаких еретиков. Не пускай. Ты пока на двери икону повеши, чтобы икона... Понял. От иконы они страхи будут. Ты как только... Если с иконой к дверям подходи, иконой крести, их ветром сдует, еретиков. Они боятся священных изображений, как огня. Все, Михаил. Спаси Христос. Во славу Божию. Поражай антихристов.